Капитальный ремонт трассы Северодвинск-Архангельск начнется в следующем году. К 2020 году два крупнейших города региона свяжет дорога первого класса. Уже сейчас ведется реконструкция от поселка Дорожников до развязки Архангельск-Северодвинск. Этот участок расширится до 4 полос, а 10 километров дороги на подъезде к Северодвинску сделают 3-полосными. Однако ремонт дорог серьезно тормозится. Это связано с недостатком средств. Так, на капитальный ремонт и содержание в этом году выделили 3 миллиарда рублей, а требуется в 5 раз больше. По данным Архавтодора, почти 90% областных дорог не соответствуют эксплуатационным нормам. Мост через реку Кудьма закроют на ремонт. С 7 утра 13 октября транспорт будет двигаться в объезд по Коротскому шоссе. Таким образом увеличится длина маршрута. Это приведет к увеличению платы за проезд в пригородных автобусах. Кроме того, посадочная площадка на поезд узкоколейной железной дороги Водогон-Белое озеро переносится от Водогона на пересечение узкоколейки и Коротского шоссе. Технологическая дорога 19-го цеха Севмаша также закрывается для проезда. Там установят соответствующие знаки. Напомним, эта дорога от Морского проспекта до моста и сам мост являются объектами незавершенного строительства. Передвигаться по ним небезопасно. Работы завершатся 24 октября. От 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей на покупку жилья. Руководство Севмаша и города вручило 13 сертификатов молодым работникам оборонного предприятия. Цифра в сертификате зависит от состава семьи. В софинансировании программы обеспечения жильем молодых семей Севмаш участвует 4 года. За это время потрачено более 30 миллионов рублей. С 2010 года в Северодвинске был выдан 171 сертификат. 128 из них получили молодые работники Севмаша. Как правило, это семьи, в которых воспитываются 2 и более детей.